играете с нами? А, я знаю, в чем дело. Испугались большого страшного волка? Ведь я главный злодей любой истории. А вот и моя банда. Мистер Антула, мистер Акула, мистер Пиранья, мистер Змей. Проверка связи. Прием. Все норм. Слышь, я тут. Мы плохие парни. Денежки ждут. Акула, твой выход. А можно импровизировать? Можно, только не переборщи. Караул, я рожаю! Мне нужен врач. Или несколько охранников вон с того поста. Эй, вы, срочно бегите сюда! Что сказать, мы преступники. Но разве у нас был выбор? Раз судьба так распорядилась, не будем противиться. Позвольте помочь вам. А вы в порядке, мэм? Спасибо, дорогуша. Ты такой хороший. Что? Все нормально, брат? Все путем, да. Только представьте, как было бы круто, если бы мир перестал нас бояться. Ага, размечтался. Народ, мы станем хорошими. Ты башкой ударился? Вам, злодеям, нужен новый имидж. Полная перезагрузка. Все, прощай репутацию. Я устал быть изгоем. Может быть, я не хочу больше быть кем? Злодеем? Тебе придется сделать выбор между старыми друзьями и новой жизнью. Но кроме них у меня больше никого нет. Тебе выпал редкий шанс начать все сначала. Что ты теряешь? Ну, не знаю, достоинство. Да, этот поезд уже давно ушел. Здесь проводят опыты на беззащитных морских свинках. Я спасу их. Сам вызвался? Это что-то новенькое. О, да. Хорош, змей, открой дверь. Сейчас, тут очень сложный замок. Змей, ты издеваешься? Задача была спасти, а не сожрать. Уверяю вас, больше их никто не обидит. Плохие парни.